23 февраля 1921 года батька Махно атаковал Гуляйполе, имея 1300 сабель, 100 пулеметов и 8 пушек. После недавнего разгрома части его армии красными, силы махновцев пополнились за счет местных крестьян и разрозненных отрядов восставших. Махно уже подумывал о распуске армии и о переходе на нелегальное положение, однако приток новых сил в его армию говорил о высоком авторитете атамана и силе социального протеста крестьян против большевиков. Красные чиновники и коммунистические руководители эвакуировались из Гуляйполя, однако атака махновцев была отбита. Тогда Нестор Махно повернул на запад и начал наступление на Александровск, наводя страх на губернских чиновников, которые объявили город на осадном положении и начали готовиться к эвакуации. В то же время махновские отряды Куриленко, Калиненко и Майбороды продолжали военные действия у Гуляйполя. 23 февраля 1973 года началась газификация Бердянска. К городу подведена линия природного газа.